Всем привет, мои девочки, мальчики. Привет, привет. Ну что, жарить будем грибницу? Замочила грибы. Сейчас почищу картошечку. Сейчас вы увидите, как я ее чищу. Никогда не показывала вам. Все знают, наверное, как, да? Так, вот такая у меня штука. Лук тоже чищу вот так вот. Замочила и все. Так, включаем воду чуть-чуть. И вот так вот чистим. Значит, что? Замочила я грибы. Что-то картошечка вон какая у меня тут. Сейчас обрежем. Часа на 4 у меня белые грибы. Я думала, грибницу сварю. Петя сказал пожарить. Ну, пожарить, значит, будем жарить. Кто тут его грыз, эту картошку? Так что вот так вот. Наверное, грыз проволочник. Картошка, по-моему, курганская у нас. Не знаю, на рынке покупали. Ну, привозят. В общем, предприниматели продают. Поэтому покупаем всегда на рынке. А в магазине даже дешевле сейчас картошка стала, какая была осенью. Вот так вот. 4 картошинки мне, наверное, я думаю, хватит. А может что-то... Сейчас посмотрим. Думаю, что хватит. Так, так, так. Так. Не экономлю воду. Хотя экономить надо. Какой расход у вас воды? У меня получается расход 7-8 кубов. Когда как? Когда приезжают гости, там побольше бывает. До 10. А так 7-8. Так, такой берем нож и луковицу. Она очень хорошо чистится, когда вот полежит вот так вот, да, в воде. Уже можно ее садить, лук, на зелень. И глазам не больно, и все прекрасно. Вот так вот. Сейчас я все это соберу и будем продолжать.